Калабриньоны я делал по ночам, иногда с 10-11 вечера и до 8 утра. Это незабываемые, ни с чем не сравнимые часы. Затихают все звуки городской жизни. Засыпают автомобили, трамваи, засыпает весь дом. Тишина. Какое-то время еще еле-еле просачивается радиомузыка, кто-то еще не спит. Затем умолкает и она. Невидимая нить соединяет незримых героев книги Ромена Ролана и карандаш художника Евгения Кибрика. Постепенно он находит точный жест, улыбку, пространство жизни. Он вспоминал потом эти ночи поисков. Весь пол постепенно покрывается скомканными рисунками. Это я быстро начинаю, бракую и, бросив недорисованное, начинаю вновь и вновь. Мне необходимо, чтобы каждое прикосновение карандаша было живым и увлекательным, чтобы мои герои двигались, думали и чувствовали. Я сегодня утром посчитал отрывки. Я так полюбил жизнь во всех ее проявлениях, и любви, и смерти, и страданий, и радости, и творчества. Я уверен, что мы ощущаем приблизительно одинаково. На то книга и написана автором, чтобы мы все одинаково ее почувствовали, одинаково начали сопереживать друг другу в этой жизни. Особенно такая книга, как «Калабриньон». Вот замечательное начало книги. Это Калабриньон садится писать свои мемуары, как бы мы теперь сказали. Чернильница, кружка вина, перо и хитрый умный взгляд, да, будущие поколения. Так вот, по-моему, это просто не мог художник не порепетировать перед зеркалом. Но это вот сам автор, конечно, такой, каким бы он хотел видеть эту непростую жизнь вокруг и как бы он себя хотел воспринимать в этой жизни. Пусть он полный, пусть он любит выпить, пусть у него масса трагедий в жизни, но он никогда не унывает, хотя иногда и дует ветер смерти, и жизнь его пепел, но все равно жизнь прекрасна и земля круглая. И эта земля разрисована нашими следами, большими и маленькими, тяжелыми и легкомысленными. Воображение художника путешествует по этим следам, рисует картины минувшего и возвращает нас обратно, потому что земля круглая. Как писал Иван Бунин, сердце помнит только детство, остальное не мое. В 54 году создает эскизы к дипломной работе Валентин Сидоров. Он привез из деревни этюд «Мальчишки бегут после грозы по лужам». И это было слишком смело. Потому что в 54-м утверждали темы «Ленин на охоте», «Колхозные собрания», «Ставка военного командования». В общем, будущему академику Сидорову сказали, что пейзаж без трактора сегодня никого не интересует. И не видать бы ему диплома, если бы не вмешался профессор Федор Решетников. Он посмотрел и говорит: «Вы были хорошие студенты, кончать институт со справкой я вам не советую. Свои дождики и грозы напишите потом. Напишите с трактором». Я говорю: «Федор Павлович, ну я никогда, так сказать, не восхищался трактором. Вот. Напишите с трактором, посадите на трактор «Беларусь». Есть такой трактор, он сказал мне. Посадите девушку». И она поехала на тракторе. Куры из-под колес бегут, ну, понимаете. Бригадир ее провожает. А за всей этой сценой мартовское состояние, солнышко, лошадки бегут. Он меня уговорил на этот диплом. Ну, конечно, мне пятерку не поставили, хотя на выставку взяли. Но я тогда дал слово никогда больше в жизни не писать того, что на сердце не лежит. И Федор Павлович, он посоветовал мне поехать на академическую дачу и писать свои дождики и грозы. Вот я
на одной из последних выставок и показал ту самую грозу, о которой я мечтал 55 лет тому назад. Только теперь я ее написал. 1954 год. Открывается Пулковская обсерватория, возрожденная после войны. Она была целью немецких воздушных рейдов и бомбардировок. Война разрушила все здания, но уже в 1946-м расчистили место на Пулковском холме и начали строительство. А работы по разминированию продолжались до 1955 года. Академик Аркадий Пластов пишет картину «После бани» или «Весна». Критики тревожно пишут об излишней живописности полотна. Александра Твардовского снимают с поста главного редактора журнала «Новый мир». Одна из причин – Твардовский попытался напечатать в журнале поэму «Теркин на том свете». Ее назвали «пасквилем на советскую действительность». Тут же припомнили Твардовскому, что «Новый мир» опубликовал Гроссмана и Абрамова. А поэма «Теркин на том свете» увидела этот свет только в 1963 году. Тогда ректором академии был выписан откуда-то из провинции учитель рисования, такой Колегаев, потому что совершенно было непонятно, кто должен стоять во главе института, и вот такой случайный человек там появился. Преподаватель, который нам читал историю советского искусства и сам при этом собирал авангард, он иначе как уничижительно о классиках авангарда не говорил, а в русский музей в запасник нас водили только для того, чтобы посмеяться над картинами кубофутуристов русских и так далее. Да что говорить, импрессионисты были в запаснике. История искусства у нас кончалась на Курбе, в середине 19 века, я имею в виду западное искусство. Потом появлялся Эдуард Мане, как родоначальник всякого упадка. Потом была черная дыра на 100 лет. А потом появлялась тема «Прогрессивные художники Запада в борьбе за мир и социализм». Поэтому мы просто даже не знали, кто там был, какие были художники. С Пикассо было очень все неловко. Потому что, во-первых, была выставка его, он был борец за мир, нарисовал голубку, даже вступил в коммунистическую партию ненадолго. А рисовал и писал совершенно не так, как было надо. И с ним вечные были проблемы. И я помню, как я по наивности и пылкости читал лекции о Пикассо, когда была его выставка здесь в хрущевские времена. Мне трудно было объяснить людям, я и сам этого не понимал, что обычная голубка, нарисованная художником, создавшим Гернику, это другая голубка. Евгений Кибрик писал, что он никогда не ставил модель в ту или иную позу, а, объяснив задачу, приглашал сыграть эпизод. И вот тогда он наблюдал. Мне нравится как-то сразу и все, и очень нравится Борис Годунов. Вот настолько вот эти крупноплановые портреты восхищают, и причем и как художника, то что вот они сделаны чернилами, это тоже какое-то его изобретение, это техника редкая такая, то есть черные чернила с водой. Ну, и композиционные вот планы жанровых сцен, и вдруг такие крупные планы, вот совершенно кинематографический такой ход, который, я подозреваю, что потом использовал Фрос вот в телеспектакле знаменитом по Борису Годунову. Мне кажется, что тут есть связь. К сожалению, уже нельзя спросить Фроса. Не знаю даже, кого бы спросить. Наверное, тайна каждой работы, почему скульптор выбрал для нее гранит, бронзу или мрамор. Но сначала надо разобраться, из какого материала вылеплен сам человек. Академик Цыгаль вспоминал. Вхожу в мастерскую Юрия Орехова и вижу Пушкин в сюртуке и цилиндре, лихо сдвинутом на затылок, с тросточкой. Будто заглянул в гости, чтобы посмотреть на фигуры незнакомых дам. И рядом Юра что-то доделывает, бесцеремонно скребет, похлопывает его стеком. Я почувствовал, как рвется на волю что-то светлое и искреннее. Не секрет, что ранние рассказы часто остаются в столе писателя. Насколько труднее скульптору, если его произведение стоит в центре города у всех на глазах. У него душа такая открытая. Это сразу в работах видно. Ну, это мои личные наблюдения. Вот какой скульптор, вот как он внешне выглядит, как он работает, вот какой у него характер, точно такие же работы. Как-то его спросили,
что вы сожалеете в своей жизни, что вы не сделали или сделали? Он говорит, вот я сожалею, что я сделал памятник Юрию Гагарину. Говорит, если бы у меня была возможность, я бы его уничтожил. Потому что этот памятник, по его мнению, получился не очень удачным с точки зрения пропорций. Он этот памятник лепил в старой мастерской, где были очень низкие потолки. И пришлось выкопать яму. Скульптура была 3,5-метровой, по-моему, а потолки были 3-метровые. Пришлось выкопать яму и как бы памятник погрузить вниз и лепить его из ямы до потолка. И полностью всю композицию невозможно было увидеть. И когда уже ее изготовили, поставили, он понял, что неудача. А я считаю, что она, в принципе, удачная, потому что это вот олицетворение того времени советского. Ну, у каждого свое мнение есть. Теперь скульптуры академика Юрия Орехова стоят на Кубе, в Риме и Париже. Этой мастерской есть что вспомнить. В брежневские времена изваяние для мраморного зала Кремля, потом воссоздание интерьеров храма Христа Спасителя, появятся портреты современников скульптора, тех, кого он любил, поэма в камне и бронзе. Но это позже. А пока... 1954 год. На ВДНХ состоялась настоящая водно-политическая феерия. Открытие фонтана дружбы народов. В серебряном мареве брызг кружился хоровод девушек в национальных нарядах всех республик СССР. Образ страны, дружной и счастливой, в золоте. В Москву приезжает французский фотограф Анри Картье-Брессон. Он снимает людей в московском метро и цирке, в отеле «Метрополь» и «ГУМе», на Красной площади и в Третьяковской галерее. И это не просто портреты москвичей. В каждом снимке чувствуется дыхание истории. Академик Евгений Кибрик пишет очередной портрет Ленина. Говорят, он писал Ленина с искренним интересом. За столом, в Смольном, на трибуне. Меня эта иллюстрация, его с детства как-то я чувствовал, напрягала. Нам не часто попадалось на глаза. Там Ленин в такой дизайнерной позе, он вот так строчит, лампа отбрасывает такой конусообразный свет. И такое ощущение, что он списывает что-то, как студент перед экзаменом по научному коммунизму. Он весь дрожит от напряжения. Вот записать бы и не забыть бы до утра. Вот у меня были всегда такие ощущения по поводу этих его вещей. Или вот Ленин, демонически выступающий с броневика, по-видимому, с кепкой в руке. Ну, здесь все полно не спокойствием радости жизни, а энергии, такой энергии агрессивной, которая, опять же, когда это происходило, и когда это все распускалось, росло, превращалось в цветы зла, как бы сказал Бодлер. Так нарисовано. Нарисовано здорово, но что нарисовано? Мы сейчас в нашем времени почему-то стали очень внимательно смотреть, что нарисовано, а не как нарисовано. Летней ночью 41-го года в дом Евгения Кибрика постучали. Эта ночь наверняка была бессонной. Евгений Адольфович накануне записался добровольцем и утром должен был уходить на фронт. Но в НКВД решили иначе. Всю ночь продолжался обыск. До сих пор никто не знает, что искали в доме художника. Ленинград очищали от врагов народа. Потом была Ладога, страшный трюм, набитый заключенными, и год заключения в новосибирской тюрьме. Жена, художник Лидия Тимошенко, написала Николаю Черкасову, который в то время был депутатом Верховного Совета. И летом 42-го семья получила от Черкасова телеграмму. Кибрика освободили. Как тогда говорили, разобрались. Он вернулся в свою мастерскую. И никогда не вспоминал вслух ту страшную ночь 41-го. Но, наверное, все-таки не в силах был вычеркнуть ее из памяти, выбросить, как испорченный черновик. Конечно, понять можно, зачем он рисовал Ленина. Но я, как художник, должна сказать, что мне эти рисунки очень интересны, они очень мощные. Потом в институте Сурикова я встретилась с натурщиком, который позировал для Ленина. Колоритнейший там был такой Коля, натурщик всех времен и народов. И вот мне очень нравится, например, Ленин со спины нарисованный. Необыкновенно динамичный рисунок. Я, будучи студенткой, однажды тоже попыталась нарисовать натурщика со спины. Ну, как все, как бы, как люди, садятся спереди, в профиль там. Я забралась и нарисовала со спины. Пришел наш педагог и сказал, где ты это видела? Когда ты вообще видела, чтобы натурщика кто-нибудь со спины рисовал? И я не могла ничего сказать, я осеклась, хотела сказать, что у дедушки. Ну, как-то неловко было сказать.
1954 год. Журнал «Знамя» печатает повесть Ильи Эренбурга «Оттепель». ЦК КПСС осуждает приверженность Эренбурга к западной живописи. Герой повести заявляет: «Рафаэля не приняли бы сегодня в Союз художников». «Оттепель». Эта книга скоро даст название целой эпохи. Это было время оттепели, которое абсолютно не коснулось Академии. Ничто там не шевельнулось. Там было 2 или 3 человека из наших преподавателей, которые не в силу отваги, а в силу, ну, если хотите, внутренней свободы, оставались самими собой. И здесь совершенно было бы невозможным не упомянуть о моем любимом преподавателе. Он тогда работал в Эрмитаже, как и всю жизнь. Я имею в виду Владимира Францевича Левинсона Лессинга. Он обладал совершенно феерической памятью. Владимир Францевич садился за кафедру, его не было видно, курил папиросу «Беломор», шел такой дымок, ломал спички, заглядывал в какие-то записи, кстати сказать. Но его определение каких-то художников и течений до сих пор в моей памяти, я читал, когда лекции, я их вспоминал, употреблял. Настолько он поразительно видел вещи. Причем иногда случалось так, что он по слепоте и по рассеянности вставлял не тот диапозитив, но, не глядя на него, подробно описывал другую картину. Так что мы ее практически видели. Диапозитив этот был не нужен. И надо сказать, что никакие цветные репродукции, никакие книги и даже сама Сикстинская капелла, которую вы видели уже на склоне лет в толпе разгоряченных туристов, не дали мне столько понимания Микеланджело, сколько вот этот неторопливый, запинающийся слог Владимира Францевича с жалкими черно-белыми диапозитивами. Газеты печатали документы, которые сегодня вызывают удивление. Например, записка ЦК. Художник Цыплаков на вопрос, почему он пьянствует, заявил, что пьет с горя, потому что у нас нет настоящего искусства, писать нечего, деревня изуродована телеграфными столбами. И непонятно, не то ЦК осуждает Цыплакова, не то столбы, а может быть, всех. А картину будущего вице-президента Академии художеств Федора Павловича Решетникова опять двойка хвалили. Причем за популярность. Разве плохо, что люди запоминают художника по его картинам? Понимаете? Я ведь был живой свидетелем одного случая. Федор Павлович приобрел машину. Приехал на академическую дачу. И вдруг ему понадобилось вернуться в Москву. И вот мы с ним поехали. Федор Павлович за рулем. Я рядышком сижу. И в Вышнем Волочке, на самом высоком месте на горе, вдруг ГАИ раз и останавливает. ГАИшник подходит к опущенному стеклу. Федор Павлович занервничал, ищет права. Ну что, опять двойка? Федор Павлович его спрашивает. ГАИшник спрашивает. Ну что, опять двойка? И ГАИшник ему вдруг. Опять двойка, это у Решетникова, у вас кол. Я был потрясен. Федор Павлович дрожащими руками нашел права. Нашел права. И, значит, подает ему права. Решетников Федор Павлович. ГАИш, видели бы, что было с ГАИшником. Федор Павлович, да поосторожней. Федор Павлович, да, может быть, вам помочь, может, вас проводить. Незадолго до катастрофы в стороне от Челюскина образовалась полынья. Там часто бывали моржи, и мы ходили ими любоваться. В тот день пружило, но я все-таки решил навестить моржей. Задувал ветер, скрипел лед, и вдруг послышались тревожные гудки. Еще издали я увидел, что судно накренилось. Стало ясно, что Челюскин обречен. Это строки воспоминаний Федора Решетникова, художника экспедиции на Челюскине. Он писал: «Я забежал в каюту, там лежал слой снега, схватил папки и тюбники и выбросил их прямо на лед». Все это потом пригодилось. На льдине мы выпускали стенгазету «Не сдадимся». В экспедиции Решетников сделал сотни эскизов и рисунков.
был удивительно острый глаз. Мало кто знает, какие замечательные пейзажи писал Федор Павлович. Словно только природа может понять его настроение и его состояние. Он доверял природе все. Это земля мокрая, это стерня, оставшаяся чуть покрытая снегом, это зелень, которая покрывается одуванчиками. Вот он жил в этом пейзаже, и он разговаривал с этим пейзажем один на один, доверяя как будто бы вот все свое существо. 1954 год. Возрождается студия экспериментальной живописи выпускника Академии художеств Элия Билютина. Она называется «Новая реальность». Билютинцы объединились в первый послевоенный год, чтобы противостоять диктату официального искусства. После смерти Сталина художники-нонконформисты появились на выставках и показали удивительно смелые абстрактные композиции. Мощная форма и цвет на этих холстах – выражение душевной бури. На экраны выходит кинокомедия Михаила Колотозова «Верные друзья». Зрители с радостью подхватывают песни верных друзей на музыку Тихона Хренникова. Этот фильм получит большой приз на международном фестивале в Карловых Варах. Давно уж мы разъехались во все концы страны, но дружбе мы по-старому по-прежнему верны. Но дружбе мы по-старому по-прежнему верны. Над нами небо ронили, и так светло кругом, как будто мы на лодочке, как в юности плывем. Я рисую фигуру Тиля Уллиншпигеля. Позирует мне совсем юный Павлуша Кадочников. Он поет залихватскую песню из какого-то спектакля. Постепенно, входя в раж, он явно чувствует себя то на корабле, то на пушке. Так рождались рисунки Евгения Кибрика к Тилю Уллиншпигелю. 16 век, по-озорному земная литература. Очень похоже на Калабриньона. И вдруг однажды утром Кибрик прочитал в газете: иллюстрациям к Калабриньону присудили серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже. Конечно, вспомнилось, как впервые разглядывал эти рисунки Ромен Ролан. Я, как в тумане, ничего не видя, раскрываю папку и достаю рисунки. Ролан их нерешительно берет, смотрит, и вдруг со вздохом облегчения преображается. Особенно он восхищается ласочкой. Делалось очень мучительно, долго, около 50 вариантов было. А ведь каждый вариант – это в камне. Это же не акварелью написать, а это было в камне. Это все нужно сперва сделать на корнпапире, перевести на камень, а потом с камня печатать. И когда уже он совершенно не понимал, а что же хорошо, что плохо, он вернулся к первому варианту. И он и остался как основной. Ромен Ролан посоветовал художнику поместить в книгу тот вариант, где лицо ласочки наполовину в тени, потому что она, по его словам, более деревенская, и попросил подарить ему рисунок, где ласочка освещена солнцем. Он говорил, что видит в ней черты Моны Лизы, называл французской Джокондой. И вот эти литографии с мягкими оборванными контурами, с воздухом прозрачный, шершавые такие по-доброму. Особенно, конечно, дорога мне глава, где описывается щемящее чувство любви, страсти нереализованной к местной красавице Ласочке. Ну, женщина с вишеньками, которая объедает и оставляет косточки, вообще-то потом повторен этот мотив не раз в искусстве и в кинематографе. Потому что ничего более сладострастного, изысканного, близкого к природе, к жизни, к природе, вот дерево даже, вишни, лето – это потрясающий мотив. И вот она их обкусывает, а он за ней эти косточки съедает, бежит. И вот замечательная вещь, где уже пожилой Калабриньон несет на руках свою внучку, и когда перед ними открывается прекрасный, занесенный снегом зимой вид его родного города, и там дымки поднимаются из труб человеческого тепла к холодному небу, да, топят дома, и жизнь продолжается. Как говорил Калабриньон, дверь расселась, окно выбито, а крыша каблет из всех дыр, словно над вами подвешен сыр.
Но пока дождя нет. А завтра успеем подумать о завтрашнем. Я не любитель терзаться неведомым будущим. Мой друг, счастье не откладывай ни на час. Счастье надо пить свежим. А неприятность может и подождать. Плыть вам по свету, не забывайте песенку эту. Когда в деле, двигаясь к цели, надо всюду видеть все мели.